Ну что, ты готов? Поехали. Что это за цвет? Коричневый. А можно взять карандаш и нарисовать лицо? Чтоб оно ожило, нарисуем глаза. Вся жизнь всегда в глазах. Это наш монстр. А с чего начинается эта история? С мальчика. Слишком взрослого для ребенка. Ты будешь жить со мной. И ничего тут не трогай. И еще слишком юного для мужчины. Ты никто. И что он сделал? Он призвал монстра. О, еще бы. Я знаю о тебе все. Все, что ты скрываешь, все, о чем ты мечтаешь. Мне жаль, что это случилось, но ты должен быть смелым, понимаешь? Что мне еще разрушить? Разбей стекла! Разбей их сам! Злиться — это нормально. Знаешь, как я сама злюсь, если хочется что-то сломать. Господи, так ломай же! Если бы у меня было 100 лет, все эти годы я отдала бы тебе. Мне страшно. Конечно, страшно, но ты справишься. Для этого ты и призвал меня. Пойдем.